под запись. Танки. Ну так вот вы готовы. Серьезно, где это? Ну медленно. Ну конечно, не с силой, не бей, а так. Во-первых, я боюсь кольнуть, она жесткая. Ничего. Ну вот длинным колесом с выпадом раз. Раз, а я тебе по штыку, раз. Ну. Опа. А как? А вот смотри, я вот давай. Помедленнее. Что будешь делать? Ты на ступне, ты действительно, попробуй. Хорош, нет, правильно делаешь. Ну я сейчас тоже уже прошляпил немножко. Надо было, я хотел. Давайте медленнее, чтобы понятно было. Вот я колю. Так не достаешь же. Вот. И что я делаю? Ну это ты. А тут правильно, тут надо даже вот так. Ну давай, коли, медленно. Да не бойся, не ударивай меня. А идет хорошо. Чувствуется, что если попадет. Попадет. То есть. Еще раз. Тут задача в том, я разве штык отбиваю, если я отбил, ты же можешь меня еще уколоть, быстро, раз, да, и его, и вернуть, да. Да. А тут вот делаешь что-то, вот ты смотришь, как-нибудь, или сюда, и это, ближе надо сближаться, чтобы твой штык вот так. Прошел, да? Да. Тогда ты ничего не сделаешь. Только прикладом своим, да? А этим прикладом или ножом. Бросаешь и... А зачем бросаешь? Он должен у тебя в руке быть. Как? И винтовка, и нож? И винтовка, и нож. А шнурок для чего? Шнурок? Он висит на руке висит, у тебя. Но ты не держишь его, он просто нет, висит. Нет, висит финка. О! Финка, он... Принеси. Интересный прикол. Принеси-ка там сумку, у меня нож, финка. Или его в руке держишь вместе с этим? Ну, вот тебе и ну. То есть нож болтается просто, да? Нож у тебя висит вот тут, на веревке, вот. На ремешке. Или в руке держи, и тут. Вместе, да? Но он все равно на руке висит. Привязанный. Висит. Можешь его, он просто висит, а можешь в руке держать. Я вот в руке его держал. В руке держал? Да. Так прихитрялся, что в руке. То есть и винтовку, и одним хватом, и да. Ножик сразу, да? Немцы в атаку боялись ходить. Ну, ходили. А все равно, раз он боится в атаку идти, понимаешь? Он толком хорошо не обученный, вот колоть. Они не обучены толком, хорошо. А нас все-таки хоть немножко доучили. Ну, вот он. Но он тебе без земляка же. Ну, он без веревочки. Ну, вот правильно, давайте, ну, держи. Вот ты, пожалуйста. Вот так прямо? А ты как думаешь? Ну, или так, пусть висит на веревке. У него нет веревки. Ремешка. Дам стемляков. Вечно не будет тебе. Музей. Да, стемляков. А сколько нет, у нас уже? Не надо, это лучше, это уже. Вот я и держу. Это уже отказ. Ну-ка расступитесь, а то начнем махать. Ты думаешь что? Ты там научишься. Ну. Ну, вот подскочил, блядь, ты видишь? Ну, я только остался приклад отбиваться тут. Как куда ты отбиваешь? Да, некогда. Он уже с ножом к тебе. Ну, отбивай. Нет, так лучше деревянный. Давайте деревянный. А я тебе вот. Она железная. Раз и нету. Ну, тут надо, тут соображать надо, или так, или так, или как, или так. Это главное же бой войти в него. Ну, это же бой идет. Я же смотрю, противник, он меня сейчас убьет. Я должен защититься, понимаешь как? Ну, вперед идет. Не отступает, а вперед идет. А как? Только так, а если больше никак. Отступил, это бузовская техника секретная. Он с меня приколит. Да? Ну. А то, что ты говоришь, вот в руке держу, я же держу, в основном-то вот, в левой руке, надо силу держать. Такие винтовки длинные были. Вот. Ну, со штыком. А типа есть. Винтовка Мосина. Что правильно, что, конечно, боится, а как иначе? Он не боится, он просто это самое. Что ближе к реальности. Да, техника безопасности называется. Ну, я сейчас уже, видишь, уже... Как говорится, отвык вот это вот, это столько же прошло. Куда бы отошли от полосы? Подожди, тогда же вот какой правая нога вот так вот. Лица, сюда отойдите, от полосы зайдите. Во,
Вот, да. А? Же, недосягаемость. Вот, ты идешь, вот ты же тут. Ну попробуй, вот ты коли, попробуй. Так ты что делаешь? Ты коли, а не пробуй. Ну, ну и раз отпил. Видишь, она же крутится. А потом. Да он метло возьмет. Нет, тут, брат, еще вопрос, правильно сказал. Почему? Смотрите, она легонькая, ее бьешь, она а винтовка, она тяжелая. Ударишь, ее как стукнула, она как пошла, ее трудно сразу назад. Это надо применить хорошие силы, чтобы обратно. Вот эту палку и то, вот. И то тяжело. Вот. Ну вот это еще можно. Она должна вот так быть. Ну это, знаешь, Володя, это когда ты только идешь вот так, а когда начнешь, то я лично брал в руку. И редко кто, она висела на руке. Но все равно она должна быть привязана. Бывает ударить, выбьет. А так ударить, бывает штыком, вот она как поскользнет, по руке ударишь, выбить, если не это, она повиснет. И я опять вот раз и схватил. Бывает это некогда винтовкой. Это вот мы стоим на расстоянии. А если вот, вот они наступают и нас только. Вот как? Только ножом, да? И винтовкой, и ножой тут как хочешь. Ну, вот он. Ну вот я иду. Ванс. Так он быстро хватается, понимаешь как? Ну. Еще давай. Тут же вот он быстро, сейчас он, видишь как, пусть он хватается. Потому что чем ближе, тем лучше, он вот сам в руку идет. Это и то длинновато, видишь как, а надо, чтобы он поближе, вот тут сантиметр полтора. А он сам прямо в руку летит, только чуть назад из рук, раз, и он сам уже в руке. Ну давай, давай, попробуем. Ну так если у меня штык уже в земле. А то еще и так. Вот я остановлюсь. Нет, ты немножко шаг назад. Вот мы каждый боится, чтобы это. Так это вот штыком хочешь хоть ты, хоть я-то. А то бывает и так. Ну ты. Она на тебе короткая, видишь как? А, во-во. Вот мы боимся друг друга. А бывает и вот так, чтобы отбить, что делать надо? О, она уже не сошмыгнется. То есть туда пропихиваю. А вот, вот правильно. Я его раз, и вот тут подскакиваю. Хоть ты, хоть я подскакиваю ближе. Что делать? Ножом. Раз. Вот. А у немцев предков у кого были вот эти? Ножи. Ножи. У него вот нож. И все. Он когда что надо, раз, снял его и все. Видишь, как? Вот этим хуже. У нас штык не снимался. Он снимался, но мы его не снимали. Как ему штык? Давай все. А то еще и вот так. А прикладом как? А прикладом? Нет, я хотел показать длинным с выпадом. Вот короткий, это короткий шаг я сделал. Так. А длинным колись или вот так длинным с выпадом. Видишь, как? Ну тут можно хоть ту сторону, вот к низу. А тут мгновение, вот чуть к низу и уже вот сразу должен быть. Это мгновение. Да. Ну давай попробуем, каково прикольно. Ну опять-таки, ну, давай. С немцами так не делаешь. Понятно. Там на ходу все, да, делается? Там на ходу все. На бегу там раз, 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 бах, дальше пошел, да? Ну, вот мы же, вот вы, бегите. Я? Да, вот, берите палки, бегите и нас. Ну, разве мы будем вот такое делать? Ну вот и вот там мне нужно надо вот на тот берег, да? И я пошел. Давай вдвоем. Давай. Обоих заколят. Ладно, тоже деревянный, пошли. Видишь, обоих отбил. Ветер, ступитесь, дайте нам это. Ну, мы пролетели мы бы. Да. Не, а там палатку заденете, поближе, наверное, посередке. Иди вот так вот, Дед. Опять-таки, когда видишь, что тут уже вот надо как держать. Вы хрен пройдете.
все, я отбил твой штык. Да. Я просто надо было тогда по-другому поступить. Ну меня так развернуло, вот штык-то отбил. Я сам-то сюда она пошел. Она легкая. А не, я наоборот взял ее. Легкий а сюда, тяжелый туда. Он но все равно она там у тебя. Винтовка она у тебя там играет. Сколько винтовка да весит. Ты как чуть ударил по штыку, она на так опыт и уходит. Да ладно. Я могу ее отходить, нет. Ну наступай, наступай. Ну, сюда, 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 сюда. Ну-ка, отбивай, я буду. А, ну давай. Опа. Ну, она у тебя короткая, надо перенести. Ну, тут не смотри, что зацепит тебя. Давай. А ты кто? Хитрый. Убирает. Рычаг-то длиннющий вообще. Вот. Вот как ветераны. Вот так вот. Вот так вот ветераны. Показываю. Нелегко. А то. Я так, наверное, не сделаю. Сделаю, наверное. Так он сам. Чем короче, тем он сам в руку летит. Не глядя. Не глядя. Да, пальчиков нужно. Давайте звучи штыком работать. Давай, еще. Отбил приклад. Да? То, что я медленно делаю, да? Правильно. Все? Отбил, да? Уже отбил, конечно. Нет, это коротко. А рукой не перебирать. Рукой не перебирать. А, не перебирать? Как взялся, так и держись. Только короткая, она подменит. И чем ниже ты возьмешься, тем хуже поднимаешься. Да. Чем выше, легче. Давайте, отец, еще давай учись. Учи нас. Учись. Это спички. Зажигалку что-нибудь. Куда ж ты между рук-то идешь? Под нижнюю руку. Ну-ка дай. Тяжело вообще. Да не надо, она короткая. А? Короткая, не надо. Длинную. А да, если еще короче? Ага. Оба. Оба. Оп. Нет, помоги. Я попрошу, когда поможешь. Молодец. Люба. Я попрошу, когда поможешь. Это ты низко как взял. Держать так, да надо. Ну, по первый раз. Подожди, вот бери. Я не снимаю, просто. Смотрю в это. Левая рука. Так. Вот можешь поначалу вот так повыше легче и будет. И голова как отсюда идет. Да, вот повыше вот так. Тогда легче. Вылинаться под эту руку. А это как я вот взял, ага, это другое. Потом я же еще не тренировался. Это же надо каждый день проделать. О, видишь, получилось. А знать надо тут. Вот с третьего раза то. Главное палку держать как можно выровнять. С третьего раза вообще легко все получилось. Первый раз заблудился, второй раз. А теперь попробуй пониже возьмись. Да. А сейчас ты не вывернешься. Как сказать? Ямку вот ставь. Да нет, мы будем по-честному. Падать так падать. Подскользнулось. Трудно. Тут хитрость, а ноги на шире расставляй. Так расставляй ноги шире. Проблема-то. Занимаемся. Молодые, пусть попробуем. Молодые? Запомнил как? Тяжело. Я тоже думал легко. А как начал делать, вообще тяжело. Ну вот. Ну давай, вообще тяжело. Тренироваться надо. Попробуй. А сейчас я тебе нож сделаю. Подобью. Что ж ты хочешь? Сколько времени прошло, я не тренируюсь.
Да, то, что осталось понятно. В запасе. Мы вот занимаемся. Вот. И то вот. Нет, сделать и то тяжело. Я считаю, что я... Он сразу, он сам в руки идет. Мишка. Даже не смотря на него, вот. Он вот висит что-то. Он у него в руки. Да, его чувствуешь просто. Вот. Да. Ну, еще. Вот раньше делал я. Теперь он у меня в руках всегда, ну подожди. Кому давать камеру? Палки нет толстой. Вот толстая палка. Видишь, флажок делает. Миш пользуется. А, флажок? Не видишь, что-то дал, я фиг знает. Это вот толстая. Не, это нельзя. Вот смотри. А это короткая будет? Деда? В смысле, записывать? Да. Держать. Так же, да, руки-то? Нет. Вот эту вот так. А эту вот так. Вот. О, так. Да. Это рама сделает. Да. Камень сделайте. Ну. Сюда чуть-чуть. Задница тяжелая. Ну-ка дайте я попробую, что там надо. Подожди, рама, отойди. Рама, ты это сделаешь. Ты не подмышку. Вот, подмышку видишь. А я делал подмышку все равно. А, ты вот уже тяжелее. Ну-ка дайте попробую. Да, может, у тебя удержит. Без тренировки. Давно вот я. Без тренировки. Я говорю, рама запада. А я уже устал, ё-моё. Устал. Ну, о. Держи. Вот, на первый раз сойдёт. На первый раз. Нет. Если они с одного удара рассказывают. Вот и не те. Вот и не те. Без выхода положения. Встреть, то есть он со штыком, а ты с лопаткой. Ну. И вот смотришь, момент смотришь, если у него вот так винтовка, да вот, на, вот. 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 И все? Отбили, да. Отбил. Ушла и а тут, ушла, а я же мгновенно делаю к тебе этот подход. А ты уже не сможешь, если вот так штуком, ты уже не... А ты попробуй сваливать, ну, ты же не сможешь. О, и нету. Она же длинная. И у них еще длиннее прибавок, еще вот столько на кинжал. Пошли сделаем, мужики, этот самый. Он всегда висит на руке, как я говорю. Да. Вот сейчас у меня в руке. Ешь, туди. И вот ты с винтовкой мы встречаемся, да? И вот смотри. Я бросаю в тебя. Угу. Ну. Все, да? Бросаю в тебя. Ну, а ты не опускайся к низу. Ну вот ты нападаешь, да? А что ты живут? Нет, конечно, оттуда выскочит. Нет, я крепко держу. Ты что вышел? Это я не чувствую. Так? Ну и что? Вот я. Бросили. Ну вот он близко уже. Ну понятно. Так, я же не подпущу тебя близко, когда я... Да, я вот отступаю, но я в момент выгадываю, а сам тю, и сразу за штык твой. Отбил рукой. И назад. Подморгнул. Бросаю и... Ага. И все. А тут... Чтобы он моргнул, да, надо? Только моргнул. Испугал. А тем более, если он... Попаду же? Могу и попасть? Летит на него. Жбан-то. Он думает, что летит, он еще и... Да. А я вот раз... Он не думает, что он летит, он просто нет, летит. Нет, бывает. Бросьте бывает и бросает. В этого самого, как он, в бугая лопату в морду, и все будет ясно. Тренированный, не тренированный. Сразу видно, тот тренированный, тот сразу чувствует. А какой салага еще? Они сразу мобилизуют, винтовку дают, вот такая стена, вот все, вот вокруг. Особенно это вот, что там третий год, тоже мало обученный. А уже 44-45 вообще салаги впереди. Вот поэтому вот, я говорю, он должен тебе быть. А чтобы он меньше это внимания, вот, я же его беру. Вот это. Он не видит руки.
И надо бросить, чтобы он в руке у тебя был. Вот и я говорю, о, я бросаю, вот. А он в руке. Угу. Ну что, базов стоишь, когда показывает. Угу. А это кто? Я же когда бросаю, я же не смотрю. Я же смотрю, ты покупаешься, я тебе. Опа. И все, а ты пригнулся, я это. Это тоже. Ну это какой противник? Как ты наступаешь? Понимаешь ты как? А там нет ножа, бывало и так. Без ножа. Без ножа, вот тоже. Вот. А бывает и так, что нет лопатки. Вот с ножом. Давай, и давай. Даже нет ножа. Как будешь защищаться? Камень. Киса, не тормози. Ну давай, 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 давай. А тут вот делаешь. Нет, нет, подожди, еще не колешь. Тут делаешь еще и так. Вот. Ну, я сейчас сделал бы. Тут вот так. Падаешь сразу. Угу. Под штык. Прямо падаешь к ногам его. Угу. Ты вот так. Да, ты вот так. А я еще не дохожу. Сразу его. И под штык. Угу. Понял ты? Ты его сразу к ногам. За ноги его. И вот так он падает. Ну, с винтовку уже ничего не сделаешь. Ну, а что? Он, ему надо бросать уже винтовку. Если падает, он уже бросает винтовку. Не, никто не бросит винтовку, он же вцепляется на нее намертво. Так, когда у меня нет ничего. Не бросит, он бросит. Он же вот так вот, у него автопилот включен уже. У меня ходит для колодчика. У меня нет ничего, даже ножа нет. Бывало и так. Вот. Да вот он хочет вот для колодчика. Сразу падает. Понимаешь? Ну за ноги его падаешь, он винтовку он бросает и начинает. Это же секунда, больше не продлится. Я сейчас упал, показал, как ему хочется выпить. Вот. Ты прямо под ноги за ноги хватаешь его, он падает, он вынужден винтовку свою бросить, чтобы меня-то это, освободиться от меня. Он падает, а раз упал, ты смотри его, ударил вот так, любого попробую ударить. Все, поэтому мы учили. Учили ты ему, да? Ножа не вытаскивали, не учили, там у глаз палец. Рот порвать там. Это сейчас. Это новые выдники только могут. Начинает выцеливать, но. А тут же опять отвлекающий маневр. Ты вот вроде хочешь схватить винтовку. Вот, 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 вот. Понимаешь? И тут. А ты остался там. Так это я тут так, а я прямо бросаюсь, падаю. Кубаемо. Прямо падаю. Понимаешь? Туда. И хватаюсь за ноги. Он вынужден бросить. Ну а тут соображай. Ножа нет, ничего нет. Что будешь делать? Ну как? Ну вот я тебя сейчас повалил, ты винтовку бросил. Что ты будешь делать? Или вернее, вот ты бросился под ноги, противник упал, как я говорю. Упал. Что он делает? За горло его. Яйца открутил. За горло. А если он сильнее тебя? Вот скажем, вот как ты. А вот он худенький, или вот я тогда как раз вот такой был. Да? Ну что будешь делать? Ну что, не догадывайся, что ли? Да вот, хватит. Ты же под ноги бросился, он упал. Упал вот ноги, все. Хватай. Или бей вот сюда. Сразу в глазах приехал. Но опять-таки ненадолго. Ну достаточно 1-2 минуты он будет приходить в себя. Тут быстро надо соображать, смекалку, ой как. Да я зацепил ее, это. Он руку тебя разрежет. Ну это же не пузо попает. Это 5 секунд, а кровь сразу вся не выскочит. Ты же разъяренный, как бык. Надо и налить. Пока вот он с винтовкой, пока он ее бросит. Секунду, ты успеешь его схватить за горло, а тут не отобьешь, потому что это вот так я. А когда он со всей силой бросается на тебя, ну, ты завтра не рискую, жизнь на танке. Напор? Нет. Ну там и напор, там мы имеется в виду. Ну, сейчас про напор я. И при том смекалка должна быть. Нет. Ты вот уже должен мгновенно все определить, как ты должен делать. Хотя бы 4 вида прилипало. Ну, пока что. Она просто одна, просто 4 стензима. Он может тебя и порезать вот так, как он повернул. С другой стороны, он не с двух сторон заточен. С одной стороны, только это вот
как он держит? Бывает так, что у него тупой конец с этой стороны идет. Тоже надо мгновение определить штык, как у него держит. Куда бивать, да? Да. Бывает вот штык вот так, тупой здесь. Бывает он ее книзу держит, плашмя вот так. А бывает острие вот так, похуже. И все равно ты рискуешь. А так вот, то есть он обычно опытный противник держит назад приклад, чтобы был разбег для... А это вот сам тоже плохо. Да? Потому что он так держит, это короче, труднее отбивать. А у тебя больше силы в таком положении, понимаешь? А? Вот. Все равно надо как-то рисковать. То есть плохо для тебя, для него-то это удобно. Да. А вот я говорю, короче, у него силы больше держать. Видишь? Я же говорю, силы больше. Вот. Прогоняй короче, и легче держать. Угу. А так ты уже на вытянутые как-то руки. И есть размах для длинного этого выкида. Запас. Ты за конец приклада держишь. Там невозможно за конец. Ну, оно вам сам деле длиннее. Вот смотри, что получается. Вот чуть-чуть. Вот, оно... Рычаг большой же. И он уже ничего не сделает. Конечно, не смотришь. Ты куда ты вмешаешь? А я же не стою. Ну. Двигаешься вперед. А у тебя же башня перемыкает, ты-то думаешь с оружием, надо... А секунды уходят? Бой скоротечен, но... Секунды, тут одна секунда хватит. И для меня, и для него, чтобы это самое. Промахнулся, значит, все. Ну да. Тут уж... Ты что, Галисин, ты говорил, что на 10 сантиметров все уходит? Смотрите, ну, сейчас вопрос зададим. Ну, спросите. Штыком-то? Какое место колодец? Куда попадем? А вот говорит же, там ну, залипает где-то штык, там, если под ребро там или как, ну, застревает. В грудь, конечно, он может это, если хорошо пырнешь. Mm-hmm. Живот тоже, тут-то мягко, а на выходе, ты же две кожи, так сказать, прокалываешь. Бывает вот такой злой, азартный. Понял, а он тебе его пронижит и нет. Ага. Хорошо, если ты на такое расстояние, скажем, ударил. Угу. А если вот так, он и пройдет вот столько. Угу. И насквозь человека проколет. Ну, а потом как? Ну, ногой будешь выбивать его. А пока выбиваешь, время тебе кто-то другой. А тут уж не теряй. Бывало, и вот я увидел, вот так, штык не выйдет, а кто-то немец другой, этого только раз, а он что делает? Он вот такой раз. И его штык отбивает или рукой, или чем хочешь, понял ты как? И тот мимо, а у него уже тот хватает, а штык остается уже в том. А он уже тогда и... То есть бросает? Не привязывается, конечно, да? Конечно, у него... Вот, тут надо смотреть, ты отбиваешь, вот, тащишь ты никак, а этот уже подбежал, понял ты как? Он вроде сюда штык раз, как в борьба, вот, мимо там, вот. Он вот сюда смотрит, а тут видит все. Это он рукой раз его, а сам к нему и винтовку уже выхватил у него. Вот так ему врезал, пока он держит. Пока стоит, всегда стоит. Врезал сюда, понимаешь, или вот в живот сюда. И винтовку вырвал сразу, он сразу бросит. Хоть ты, хоть другой. Удар, и винтовку сразу вырвал, и уже другого. Уже его же винтовку рукой. А некоторые боятся пулеметов. Как начал пулемет стросить, он... Падает, не знает. И ну, я аж кричать, мама. Да? У каждого свои нервы. Каждый, как говорится... Чего-то боится. Чего-то боится. Чего-то боится. Ну, ко всему все равно привыкает. Во-первых, кричать, все. А потом, правда, и боится. Но уже смотрит. Ну...